Сначала, получается, была натяжка небольшая. Ну, мы просто не разговаривали все. А потом сдружились и, ну, пошло, поехало, все нормально стало. Вот какие-то советы нам давали, какие-то напутствия, скажем так. Подготовка, на самом деле, в этом году была намного, может быть, насыщеннее, намного интереснее, потому что было очень отведено мало времени. То есть мы готовились почти 2 месяца, чуть меньше даже, так как мы готовились к нашему другому проекту, к спектаклю «Зимовочка». Вот. И было, на самом деле, очень интересно, местами тяжело. Вот. Ну, мы изначально немножечко таскали наших партнеров, вот, но сейчас у нас все хорошо, мы, в принципе, понимаем друг друга. К этому балу мы готовились очень серьезно, потому что это 5-й кадетский бал, и он считается для нас юбилейный. Танцевальная программа состоит из основных, как я уже говорила, номеров, которые танцевали всегда на балах. Это будут разные польки, это будет полонез, это будут вальсы, это будет обязательно русская тематика, потому что русские бальные танцы – это отличительная черта именно балов русских. То есть в других странах никогда на балах не танцевали национальных танцев. А здесь у нас мы сохраняем исторические традиции.